Полицейский. Да, полицейский старинный автомобиль. Представляешь? Да? Самолет. Надо Давай посмотрим на поле. Да, и представляешь, вот такой, и даже пушку, можно все это склеить из бумаги. Да, ты все это можешь сделать сам. В такой машинке, в музее, помнишь? Ну, у нас там покататься. А здесь не катаются в такой машинке, только там можно было. Зато здесь она висит, такая красивая, на стене. Представляешь? Очень старинная, ржавая машина. Какая больше всего нравится? Посмотри, а вон там? Это. Тебе эта полицейская нравится из пластмассы? А что тебе нравится из лодок? Смотри, это патрульный катер. Патруль. Полицейского патруля катер. Катер Ленинград. На моторчике. Патруля. Да, щенячьего патруля. Моторная лодка заводная. Пароход. А вон там пароход на ключике, представляешь? Пароход заводной. А вон, посмотри, у него ключик есть. А это машина-амфибия, представляешь? Пойдем просто посмотрим на дорогу. Смотри, какие вагончики. Красивые, большие. А светофор видел? Светофор. Светофор, а это фонарь. По дороге. А, вот локомотив, точно, и регулятор скорости. И машина подвесная. Подвесная машина, представляешь? Вот я покажу. Посмотри, что у меня там под дне, на дне педали. Можно посмотреть? Тихо. Они там посмотрят, а потом мы поменяемся местами. Покажи мне, какая машинка была у мамы. Какая машинка была у мамы? Ржавая, когда ты была маленькой. Сейчас тебе найду, какая была машинка у меня. У тебя была бетонная шапка? Нет, у меня была ни грузовик, ни бетонная шапка. Почему куклы продавали боленькие? Мы хотим одежку, мы идем в магазин, покупаем одежду. И все, проблемы какие-то. Ой, я попишили, да. Странно, куда же делась моя машина, Роберт? Она вроде стояла тут. Когда я был маленький, я собирал этот самолет. А мы можем такое тоже с тобой попробовать собрать. Когда я был... Из таких железок. Мама, я собирал этого кана. А мы с тобой попробуем такое пособирать когда, сами? А когда я был месяцем, собирал эту массу, покинул. А ты хочешь из пластика собирать? А когда я был что? Месяц. Я собирал этого кабья. На еду. Роберт, а ты хочешь пособирать из таких железок? Или из пластика? Серьезно? А мне вот нравится вот из этого, из деревяшек пособирать. Вот, из деревяшек, из конусов. Мне кажется, даже это интересно. Вот из домиков, из этих. Или вот из этого домика интересно. Вот такая у меня была Юла в детстве, точно. Может быть, не валяшки были. Нет, ну точно какие-то из этих игрушек были. Лошадка или коза. А Роберту что нравится? Давайте посмотрим. Что тебе нравится, Роберт? Трактор?
Да, так-то мне не надо. Сломана скорая помощь. Вот это интересно. Ржавая. Водическое масло. Масло. О, а ты знаешь, у меня такая была в детстве. Это стиральная машина и выжималка у нее. Представляешь? Вот сюда, смотри. Вот сюда залазила одежда, вот сюда, в эту щель. И прокручиваешь, из нее выжимается вся вода. Такая необычная выжималка. И скорая помощь. Мне больше нравится скорая помощь. Ну как ее достать? Не, она музейная. Это музейный экспонат, Роберт. Они такие древние, да, что их специально за стекло убрали, спрятали. А я тебе сейчас еще стать Том и Элли точно. Ну как их достать? Никак. А у меня вот была такая вот игрушка, когда я была маленькая. Вот такой красный парнишка. У меня точно такая была, вот этот прозрачный куб-лабиринт, пятнашки. Вот это у меня точно было. Ничего себе, кубик Рубик. Ты можешь его поворачивать, и можно собирать разные цвета. И он поворачивается в разных плоскостях. И колпачки. 100% у меня такая игра была в детстве. Какие-то колпачки. Я не помню, что с ними делали, но какая-то такая была игра. Сейчас дай-ка я вспомню ее. Действительно, у меня была такая игра. Веселые колпачки. Я когда сейчас увидела, то да, вспомнила, что вот лет 30 назад, 35, я в такое играла. Итак, чудеса. Открываем. Смотри, выложили мы костюм. Вот мы решили, например, такой костюм сделать. А можем сделать, например, вот такую короткую юбку. Девочка в платье с короткой юбкой. Кладем сверху с тобой листок. Закрываем листок. Смотри. А теперь нужно взять карандаш и им тереть. И будет рисунок прорисовываться. На, три. Давай посередине три. А у вас была такая игрушка? Я вот пока ее не увидела, не вспомнила, что ты можешь с этих трафаретов складывать картинку, потом ее штрихами. Она называлась «Юный модельер».